гуляем по городу Гетлинбург, и в центре здесь делают самогон. Ребята продают, делают, продают с разными вкусами, но здесь разные. Сейчас пойдем посмотрим. Такая елочка. Заходим. Улочки красивые, наряжены. По-праздничному люди гуляют. Сейчас посмотрим, как здесь делают и какие вкусы. Мы когда-то были здесь и пробовали. С орехом вроде бы. Было вкусно. Такие декорации. Водопадик, ну как горный такой вот ручей. Так, есть как вишняк с самогоном. Вишенка внутри. Пьяная вишня и пьяный мандарин. Такие баночки. Внутри мандаринка в самогоне. Так интересно. Есть пьяные огурчики. Не надо закусывать, а прям съел огурчик и все, и опьянел. Такие баночки прикольные. Ну и чистые, конечно, с разными вкусами. Это персик, да? Фруктовый панч. Фруктовый. Пунч. Пунч. Вот ежевичный есть. Пунч. Так, яблочный пирог. О, даже пирог. Яблочный пирог. Баночки такие все красивые, прямо. Можно на подарки брать мужчине. Ух ты! Гоголь-моголь. Немножечко, да, капнул себе. Мне кажется, гоголь-моголь будет очень похож на Бейлис. Бейлис, а ну пойдем посмотрим еще какие вкусы. О, печенька, друзья! Как будто печенюшечки. О, банановый. Слушайте, такие вкусы, да? А, банановый пудинг, подсказывает точно муж. Да, тоже такой молочный какого-то цвета, банановый пудинг. Ну, это, наверное, для любителей девочки. Клубника в белом шоколаде, вау. Здорово. Клубника в белом шоколаде и апельсиновое мороженое. Вот такая вот баночка на подарок девчонкам тоже. Ну, взрослым, 18+. Тыквина есть. Pumpkin spice. Тоже интересный вкус, наверное, попробовать. Кофейные разные. Кофе, какао. Ну, разнообразие огромное. Это мини-гольф. Встречает такие вот фигуры. Интересные. Там дальше тоже смешные есть. Пират какой-то. Здесь любят играть в мини-гольф. Ой, бедная женщина. Такие вот страшилочки. Ой, дядечки. Наверное, на Хэллоуин было бы здесь интересно и страшно, и поиграть в мини-гольф. Вот вечерний Гетлинбург. Спускаемся с горы, и нас встречает елочка. Город вот приветствует всех своих туристов, жителей, просто гостей. Вот такой вот красивой елочки. Центр города. Вот это такая центральная улица, где очень много огней. Просто невероятное количество ресторанов, разных улочек. В общем, такая красота. И
елочка. Будем смотреть, что здесь интересного, какие здания. А сейчас у нас задача найти, может, какой-то ресторанчик поужинать. Еще одна, которая переливается. Ну, здесь на каждом шагу будут елочки, потому что это туристический город небольшой. Здесь всего лишь 4 тысячи, неполных, 3900 людей. Машин много. Вот это аквариум, можно пойти туда погулять. Все горит, все сверкает. Здесь можно на гору подняться, погулять. Очень красивые виды. Все фотографируют, все снимают. Ну и елка. Тоже со звездой цветной. Переливается. Очень красиво. Друзья, нашли мы ресторанчик такой, ну, бар, кафешка, что ли, и заказали крокодила, лобстера с креветками, с чесночком, с такими греночками. В общем, и по супчику сифуд, морскому супчику гамба. Так что всем приятного аппетита, кто с нами кушает, нам тоже. Вот это лобстер с креветочками, с чесночными такими хлебушками. Лобстер и аллигатор, да? Хвост аллигатора, да. Хвост аллигатора. Прикольно. С лимончиком, с соусом. Супчик будем ждать. Приятного аппетита. Вот и супчик, это гамба с морепродуктами и с рисом. Взяли по такой, это маленькая порция. В общем, все принесли, все кушаем. Это лобстер с креветками. Так, на хлебушек чесночный. С хлебушком. Вкусно. Еще один нас встречает. С подарочком сидит такой. Гетлинбург. Симпатяга. Магазин конфет. Друзья, такое кто-то видел? Огромное количество. В таких. Это вообще, я такое первый раз вижу. Вот это напротив, все конфеты. Ребята, какие леденцы. Вообще классно. $10 такой леденец. Но здесь маленькие. Вот это все конфеты. Ребята, все конфеты. Гаммики, вау. Можно выбрать. Слушай, я хочу конфетку. Разные вкусы. Такие. В общем, кто любит жуйки, посмотрите,
Выбор огромный. Гаммики, жабки, какие-то сахарные. Такие, что яичко, смотрите. Вау, яичко. 1 фунт, 400 грамм, 4,50. 400 грамм. Ой, вот это интересное. Мед и банан. Ух ты, классно. Мед, банан. Есть просто бананчик. Звездочки. Огромный выбор. А вот гаммики еда. Друзья, гамми фастфуд. Здесь гамбургеры и какие-то напитки. Тоже интересные, разные. Так, что тут нам? Снеговичок, Гетлинбург. О, печенюшки! Снеговик такой прикольный. Три снеговичка, подарочки. Магазины так украшены. Интересно. Смотрите. Что здесь продают? Конфеты? Опять. Конфетных ларечков очень много. Тоже такие снеговики. Народ гуляет. Смотрите, баночки с конфетами. Да, кэнди, карамель. О, апельсин. Натуральная шоп. Переведи, пожалуйста. С натуральных, короче, чего-то там. ММДМщики, коробочки, конфеты. Смотрите, сколько их там. И конфеты, печеньки, разные сладости. Огромный магазин, выбор пошли большой. Посмотрим. Ну, пошлите вовнутрь. Будет интересно. Наборчики такие. О, там делают конфеты, друзья. Вау. Такая машина огромная. Дедушка делает конфетки. Ух ты, прикольно. Здесь очень любят и популярная именно мятная конфета. Вот так крутят с сахаром. Очень интересно. Thank you. Конфетку удали. Спасибо. Вау, мягкая-мягкая, друзья. Такая конфета. Интересно так делают. Именно вот свежую. Вау, класс, спасибо. Вот разнообразие шоколадных, столько. Я, честно говоря, в Америке не видела вкусных шоколад, но здесь выбор огромный. Мы вышли на улицу, смотрите, как делают. Нам дали свежие конфетки, ух ты! Такие вот раз-раз-раз. Прям на ходу делают и продают. Классно. Мне очень понравилось. А ну-ка скажите ваши впечатления по конфете. Вкусные? Ничего. Вкусные? Настолько красиво выглядит магазин. Даже можно вот просто со стороны посмотреть. Это прямо здесь делают, представляете, сладости. Здорово. По всему городу вот такие расставлены фигурки снеговичков. Они с разным, понятно, написано название города Гетлинбург. Это такой вот, он лечит кого-то. Вот смотрите, с малышом сидит на лавочке. Даже Гетлинбург написано. Такой прикольный, с ножками. Такая красота. Идем гуляем по городу, здесь очень красиво, столько ларёчков, магазинчиков, уйма, все, знаете, в новогоднем таком. Ух ты!
Здесь какие-то сладости, шоколадки, да? Тоже разнообразие. Вот. Пахнет даже шоколадом, думаю, что это такое? Ларёчки, магазинчики сувенирные. Сколько здесь одежек, разных фигурок. Вот это детская. Ой, какие-то, слушайте, бамбук или... О, бамбук? Ребята! Ребята! Это не бамбук. Это бамбук, как бы, как сказать помягче, ну, марихуана, да? Офигеть! Ой, извините. А ну-ка, здесь все, здесь конфеты продаются с этим, с этой травой. Обалдеть. Ну, это запрещенка, друзья. Не занимайтесь этим. Пойдем мимо. Шишки, где шишки? Не надо нам. Ух ты, какие щелкунчики. Снеговичок. Классно, щелкунчик. Пойдем вверх? Наверх? Ну, пойдем наверх. Щелкунчики классные. Поднимаемся. Нас, конечно, встречает снеговичок. Гэтлинбург с такой вот палочкой. Такой носик. И здесь аттракционы. Можно детей пустить. Они пойдут гулять себе. О, пойдемте к елочке. Ух ты! Такая композиция с подарочками. Музыка везде играет. Вау! Все, одни снеговички. Один держит другого Гэтлинбурга. Вот так вот. Такое ему тяжело. Здесь можно сфотографироваться. Садишься на лавочку, смотрите. И сфотографироваться можно. Чичинг. Чичинг. Такие классные. Два веселеньких. Улыбающиеся. Красненькие и зелененькие. Пойдемте дальше. Какие елочки вон вверху. Вау. Симпатичные. Белые. Белые со снеговичками. Тоже магазины украшены красиво. О, мороженое, ребята. Здесь продаются мороженое. Да. Мы покушали. Вы должны быть не голодные. Нам по конфетке дали, скушали по конфетке. Это напитки разные. Ну да, красивые такие вот. Может, кому-то интересно. Все, что продается. Да, выглядит аппетитно. Кто кушает, всем приятного аппетита. Так как город в горах, и здесь очень много темных, да, черных медведей. Черных или не черные медведи. И здесь много вот таких вот фигурок, мишек продается. Симпатичные такие вот медвежатки. Это уже все, этому уже хорошо. Да, такие вот с елочками. Ну и, конечно же, зимние фигурки. Санта-Клаусы, снеговички. А вот популярное лакомство, такой вот десерт. Яблочки в разных начинках, посыпках. Карамелью сначала их, яблоко, а потом разные посыпки. Орешки, шоколад, ММДМки, разные вот фруктовые, маршмеллоу, орехи. В общем, много-много-много. Целый магазин таких вот десертов из яблок. Еще один из магазинов, который делает конфеты. Смотрите, мешает конфету. Потом делает карамельки. Мы гуляем вечером, и сейчас, как бы, наверное, особо уже все закрывается, но все равно интересно, вот такая вот конфета вот так вот смешивается. Вау, интересно. Пойдем посмотрим.
Здесь такая проулочка такая. Уже там такие огоньки. Опять же нас встречают снеговики два. Взрослый и маленький с конфетой. Да, здесь для детворы игрушек, конфет, сладостей продается очень много. Погода нам повезло очень хорошо, так мягко, знаете, ветра нет. Сувенирные лавочки. Ой, кстати, интересно, вообще там фонтан. Слушай, пойдем посмотрим. Фонтан и огонь. Одновременно можно сфотографироваться. Детвора бегает. Смотрите, круто. Огонь и фонтан. Здорово. Пожилые люди. Ну и вообще не только сидят на лавочках, что-то там какие-то напитки кушают, может, те же конфетки, отдыхают. Показать вам, как магазин украшен. Новогодняя такая вот гирлянда, а здесь вот цветут цветочки. Посадили. Продается здесь вот такая ковбойская обувь, шляпы, одежда, я вижу там. Ну, цветочки, красота какая. Анюта на глазки. Все украшены. Ларёчки. Тоже конфеты, что-то детское. Конфет очень много. Такие магазинчики. Куда-то муж убежал. Звонит. Ты с кем разговариваешь? Кому ты звонил? Ошиблись номером. А, понятно. Вообще класс. 50 центов, кстати, можно позвонить. Вау. Еще одни снеговички держат посуду. Вот делают конфеты. Здесь уже шоколадную размешивают. Ой, ням-ням-ням. Кто любит конфеты, друзья? Я очень люблю. Раз, раз, раз. Вон такую вот колбасу положил. Ее разматывают в такой вот шнурочек. И раз. Делают конфетки. Здорово. На очереди шоколадная будет.
освещается центральная дорога деревьями. Ну, машин много, конечно, потому что все возвращаются с прогулок или наоборот сейчас едут в ресторанчики ужинать. Красивые дома. Такая атмосфера праздничная. Что? Мы тоже потихонечку уже продвигаемся в свой отель. Вот по такой центральной улице. Пошли посмотрим дракошек еще. Столько здесь разных фигурок и очень много драконов. Не знаю, это знают они или что вот драконов будет, но много очень фигурок. Из стекла, из металла, из пластмассы. Вот разные дракошки такого интересного цвета. Правда, здесь очень небюджетные цены. Собачки есть. Божка. Так очень качественно, как натурально сделано. Такие глазки. Симпатяшки. Магазин здесь фигурок разных. На любой вкус. Маленькие, большие. Петухи, совы очень красивые. Вот эта сова, да, как в Гарри Поттере. Очень красивая такая. Подставочки. Ну и так как Гетлинбург — город в горах, здесь черный медведь водится. Очень много черных мишек. Разных, каких хочешь. Это такие, как мы, с покупками, снеговички. Уже с конфетами. Какие интересные. Сколько здесь снеговиков? Очень много. Я стараюсь как бы снимать. Marketplace. Пижамки. Ух ты. Я пижамки люблю. Магазинчик с мишками. Одежка и книжечки. Да. Шапочки продают. Такие улочки, да, приятные. Здесь смотрите, как светло. Можно просто походить, посмотреть товары. Можно что-то приобрести. Например, мороженое. Это мороженое? Ну, сейчас холодно вообще-то. О, горячий шоколад. $3. Ну и мороженка. О, эти сноу. Классно. Такие фонарики. Никого, правда, нету, но здесь можно посидеть, мороженое поесть. Такие магазинчики. А, попкорма разного. Попкорн, да? Разный. Тоже. О, елочные игрушки из дерева, скорее всего, да? Собачку везет. А здесь делают шоколад. Дядя складывает шоколад с орешками, видимо. Магазин. И яблоки. Яблоки в карамели. Очень популярное здесь блюдо. И очень много конфет. Магазин конфет. Ух ты! Тоже праздничные упаковки. И разные виды. Столько много разновидностей шоколада с начинками и кружочки. Вау. Прям для сладкоежек. Так, этот снеговичок ловит рыбу с удочкой. Такие милые мордашки у них. И стоит прямо на берегу реки.
горные реки. Такой вот красивый Гетлинбург. Вечернее время. Сейчас поднимемся на мостик здесь такой вот. Елочек на пятачке, несколько больших елок. И маленькие, и большие. Еще одна красивая елочка. Сейчас поднимемся к ней. Как всегда, снеговички с ней. Ой, какая яркая. Я такая люблю. Яркая. Со звездой. Семья снеговиков с подарками. Прям все по-праздничному. Вокруг елочки прям фигурки стоят. Здесь эльф со снеговиком. Подарки. Музыка играет. Сразу праздничное настроение. Вот такая красавица еще одна. Кто это у вас здесь такой? Что за снеговик? Hello. Hello. Это муж мой. Здравствуйте. Ставим лайк. Пожалуйста, поставьте лайк, а то он у меня сниматься не захочет. Красивый. Елка. Чуть не застрял там. Осторожно. Вот снеговичок читает.